Дорогие друзья, всем привет! Сейчас у многих зрителей просто возникнут комплексы, если они думают, что они очень хорошо играют, но у них не получается только из-за того, что попросту они не донатеры, у них плохая прокачка, у них нету лек и бла-бла-бла-бла-бла. Друзья, на ваших экранах Шелли, первый уровень, 1000 кубков, один персонаж на аккаунте. Бу-бум! Просто! А еще знаете что? А еще это апает маленькая девочка кубки. То есть это даже не парень какой-то задрот. Это девочка просто хорошо играет. Охренеть. Ребята, и у этой девочки есть свой канал. В описании ссылку я оставлю. Она хочет... Она вот только его создала. Там еще ничего не оформлено. Но она хочет снимать видео, показывать, как она это делает. И цель у нее взять 35 ранг первым уровнем. Она уже взяла Ниту, ребята, ну потому что Нита по пути к славе нужна, потому что столкновение только после Ниты, а она играет именно в ШД. Если бы Нита была после столкновения, она бы Ниту не подбирала, и был бы всего лишь один персонаж, но уже на 1000, мать его, кубков, первым уровнем. И, кстати, это уже второй видос, я такой видос уже записывал несколько дней назад, но я его сразу удалил. Там посмотрело всего лишь 6 или 10 тысяч подписчиков, зрителей, точнее, если вы видели этот видос, то вы помните. Я такой видос записывал, но я его удалил из-за того, что ролик после рекламной паузы просто исчез звук, и он был без звука. Поэтому я записываю еще раз, это новый аккаунт, ребята, она еще один аккаунт создала и еще раз за один день апнула 1000 кубков. Как ты это делаешь, Полина, как? Просто, ребята, ну поставьте лайк за старание, серьезно. Но если хотите узнать как, то ссылка на ее канал в описании, офигеть просто. Нереально, вообще молодец, посмотрим сейчас, как она это делает и попробую я хотя бы одну карточку выиграть. Ребята, первым уровнем, у меня 10-й левел на аккаунтах, и я такой 700 кубков, а, будет такой воу-воу-воу, такой весь крутой из себя, весь такой пафосный. Первый уровень, просто шах и мат. Я комплексую, ребят. Рекламная по кладе, все пишут ей. Hey, принцесс, принцесс, пару вопросов есть. То есть, ну, блин, офигеть, 1000 кубков и всего лишь один перс. Ребята, это охренеть. Как она... И она специально взяла выше, чем 1000, 1017, чтобы, если я буду проигрывать, чтобы 1000 осталось. Я постараюсь не проиграть. Давайте посмотрим данные поединка, как... А, блин, мы не сможем посмотреть повторы, потому что... Собери 400 трофеев бойца, чтобы разблокировать возможность повтора. В смысле? А, это Нита, ё-моё. Давайте посмотрим. Она на Нити играла последнее время. А, блин, мы не посмотрим поединки с Шелли, капец. Но мы сможем поиграть. Поединки с Шелли вы сможете, опять же, посмотреть на ее канале. Поэтому чекайте обязательно. Короче, друзья, погнали в карту ШД. Поехали. Один персонаж, первый левел, спонсор ролика 1x, 1000 кубков, сколько единиц? Понеслась в бой, друзья, офигеть просто. Не, на самом деле мотивирует очень сильно апать кубки, потому что, ну, понимаете, это стандартный персонаж. Это не редкий, не сверхредкий, не эпик, уж тем более не мифик, а уж тем более не лего. Всего лишь обычный первый стандартный персонаж, который дается при старте. И Полина просто взяла его на 1000 кубков. Без проблем, без всяких. Это не случайность. Первый ролик, когда я записал, было 1000 кубков на другом аккаунте. А здесь ролик, она пересоздала аккаунт. Говорит, давай я создам новый аккаунт, чтобы уж было покрасивее. И апну еще раз Шелли. Я говорю, ну давай попробую, получится у тебя или нет, я не знаю. И вот, буквально там, ну не один день прошел. Я не знаю сколько... Парочку дней, то есть я там даже недели не прошло, и она мне уже скидывает, что у нее 900 кубков. Я просто был в шоке. Оу. Блин, тихо. Так, 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 так. Еп. Оп, хорошо, хорошо. Бля! Уходим, уходим, я 9-м погибать не хочу. Еще 8 бойцов, надо, блин, хотя бы, я не знаю... Блин, ну согласитесь, ребят, ну мотивирует, да? Ну раз она смогла, надо стараться и самому. То есть, смогла она, смогу и я. Такая вот мотивация, блин! Я не знаю, может Шелли не очень... 9 кубков! Бля! А ну что у нас с карта валуны? Блин, ну тут... Я еще раз попробую здесь. Еще раз попробую здесь. Кстати, Полина оставила голосовое сообщение. Давайте его прослушаем прямо сейчас. Я девушка. Я просто попросил у нее ВКонтакте. Скинь, пожалуйста, голосовое, потому что, ну, имя и фамилию и фото можно фейковую поставить на страничке, чтобы я убедился, что ты реально девушка. Ты реально девушка, ребята, причем школьница.
Маленькая девочка берет 1000 кубков первым уровнем. А чего добился ты? Ну, красавица, красавица, блин. Ну, в том плане, что... Блин! Молодец. Хорошо играет, значит. Да, блядь, что, какого хера, а? Не, ну тут однозначно карта не для Шелли. Видишь, что происходит? Блин, мне бы кого-то убить. Ну, Спайк, капец. Если колючка до меня хоть одна долетит, это же все, это капздец. Я почти убил его. Я почти убил его. 3 хп. Да твою мать, как играть, как играть, как играть, как играть, как играть, как играть. Как играть вообще-то? Как играть? Хоть одну катку как затащить? Я слил все кубки, блядь. Просто нереально. Как она играет? Как? Давайте еще одну катку сыграю. И попробую в другом режиме. Я не знаю, на каких картах она апает. Невозможно. Ну невозможно. Ну все дальники пушат меня. Давайте не так. Я прямо сейчас возьму карту валуны. Я не знаю, подойдет ли эта карта для Шелли или нет, потому что, возможно, игра идет через тиминг. В режиме пиявка невозможно тимиться. Но она тут писала мне по поводу, я говорю, дай пару советов, как ты это делаешь, потому что, ну, это ведь нереально. Вот, и она говорила, что до 900, по-моему, она играла в соло, после 900 уже пошел сплошной тиминг. Я сейчас прям зачитаю. Вот, так, вот она мне скинула, короче, скрин, где она апнула 900, я говорю, блин, ну это же круто, как так-то, вот, если будет видео, она сказала, если видео наберет 50 тысяч лайков, то она поднимет на 1000 кубков любого персонажа на выбор первым уровнем. Друзья, поддержите Полину, она молодец, пытается и мотивирует, на самом деле, меня сейчас... Получше играть, чем я до этого играю. И, кстати, она в списке лидеров в топ-1 местном. Офигеть, просто. Вот посмотрите, я сейчас немножко, конечно, кубков слил, но она была в топ-1 в СНГ. Причем первым уровнем. Просто шаг и мат вам всем, задроты. И выбирайте любого персонажа. Любого абсолютно, сказала, первым уровнем апнет 1000 кубков. Пишите в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, на мой, на ее. Она хочет попробовать Шелли 1250, но первым уровнем сказала, вряд ли сможет апнуть. В общем, до 900 она в соло апает, а последняя сотка ШД тиминг. В общем, давайте попробуем. Я хотя бы одну каточку попробую затащить. Сейчас ШД без пиявки, то есть без вампиризма, потому что, ну, это невозможно, вы видели. Там вообще Unreal. То есть я старался мансить, я старался где-то бегать с краю карты, но нихера. Ворон, Спайк зажимают в угол, забивают, причем с двух сторон. А ХП у тебя отнимается постоянно, при этом ты первый уровень, у тебя его недостаточно, чтобы конкурировать с ними. Блин, какой же долгий подбор. Слушайте, осталось 3, 2 каких-то... 1 ШД-дрочер, который будет сейчас со мной тимиться, я надеюсь. Бля, ты что такое? Почему никто в ШД не играет на таких кубках? Ну, я понимаю, это в основном 1000 кубков, это в основном 3 на 3. Но, короче, последняя каточка, я надеюсь, 1000 кубков верну, это моя цель. И после этого я, наверное, буду завершать выпуск. Ребят, блядь, а как? С Шелли же никто не тимится. А как? А с Шелли же никто тимиться не будет, рили. Я и забыл. Охренеть, я еще чуть тренды не вырулил от Пока. Так, одна баночка есть, окей. Мне, наверное, в пиявке очень сложно играть. Вот как мне тут? Никого, хорошо. Кто это? Давайте со мной затимимся. Кто-нибудь, затимьтесь со мной. Блин, офигеть. Полина, я не знаю. Дай секрет, вот как ты это делаешь? В вампиризме невозможно, мне кажется, апать первым уровнем. Тем более Шелли. Хотя, может, карта не очень. В ШД, опять же, я сейчас попытаюсь, но... Я думал, будет легко, потому что так как сейчас новый режим, все дела. Но я ошибся. Это не так легко. Не, бой идет тупо меня убивать. Тупо идет меня убивать. Серьезно? Я потом посмотрю свои каточки, проанализирую, но
Блин, мне кажется, я там сильно не тупил. Напишите в комментах. Ну, там реально очень тяжело было. Да ну, ребята, не гоните, а. Ну шо, они затимились там кучкой, в толпе стоят. 8 бойцов осталось. Ну офигеть, просто офигеть. Да, вот смотрите, они сейчас меня зажимают. Хотят зажать. Ну ладно, я постою еще пока. Ну, дым уже подходит. Сейчас будут зажимать, все. Пошел, пошел зажимать. Пошли, пошли, пошли зажимать. Бля, фух. Слава богу, они не зажали. Но! Что делать дальше? Дальше вообще без шансов. О-о-о-о! Там, короче, кипиш, кипиш. Дебоширят, дебоширят, крысят друг друга. Давайте крысьте, падлы. Давай, давай! Да, блядь! Скоты вы просто, скоты, тимеры, удоты вы, галимы, просто вы ничтожество, мрази. Они, блядь, конченые, затимились и стоят в центре. Я не знаю, Полин, вообще, у меня крышу рвет. Давайте я попробую еще одну катку в пиявки сыграть. Я ни одну катку не выиграл. Полина, извини меня. Извини меня, я не могу ничего сделать, я не знаю, как ты играешь. Я попытаюсь еще раз. В ШД вообще на той карте беспонтово играть. Может, на пиявке я затащу. Может, просто не повезло. Давайте попробуем. О, о. Хорош. Так, хорошо. Ну, в принципе, нормально. Чуть-чуть отхилился. Ну, в этом режиме, мне кажется, больше шансов подняться. Но опять же, бля. А! Тихо. 1300 хп у него. Так, отлично. Ну да, тут попроще. Гораздо проще. Просто мне не повезло тогда. Ого, бит. Дайте мне бит, я втащу нормально. Так. Блин, у меня мало хп. О, чуть-чуть похилился. 200 хп добавилось. 4 бойца осталось. Ну вот. Вот, уже попроще. О. Ну смотрите. Нифига себе, я кого-то убил! Блин, надо затащить, ребят. Хотя бы топ-2 попробовать. О, остался тик. Так. Сейчас попробуем тика убить. Где он? А где тик? Вот он сейчас сдохнет. Ес, охренеть, топ-1! Плюс 8. Охренеть! Все, я на этом просто завершаю ролик. Хватит. Полиночка, извини меня, что я так много слил кубков. Серьезно, я... 18, да, кубков я слил? Ну, относительно много. И для тебя, я надеюсь, это будет не проблема вернуть. Все, я хоть чуть-чуть вернул. Я ничтожество просто, рачело. Я не шарю, как вы это делаете, друзья. Ну, вот на таких трофеях с такой прокачкой. Респект всем, кто... Ну, реально так хорошо играет, просто... Вы помните, да, сколько я роликов записывал про подобные темы? Кто я, вот, у меня крутится сейчас в голове, не могу вспомнить никнейм чела, который первым уровнем апает всех персов. Не могу вспомнить. Вот тупо в голове крутится, не могу вспомнить сейчас. Короче, есть тоже парень, который там 800-900 кубков берет первым уровнем. Вообще, красава. Полина в том числе молодец. Надеюсь, вы поддержите ролик. Если 50 тысяч наберем, Полина любого перса апнет на 500, даст нам на видосик. Но при этом мы еще посмотрим ее какие-то поединки. Но вот так в одиночном столкновении, вот на таких картах играть невозможно. Мрази просто играют. Вот эти тиммеры, сука, зажимают толпами. Пу на вас! Надо играть в соло. Каждый сам за себя. Вот как я сейчас отыграл в вампиризме. Каждый сам за себя. И взял топ-1. А если бы они тимились, хрен бы я взял топ-1. До новых встреч, скоро увидимся. Жду вас на стриме. Теперь пойду апать основу. Вот замотивирован. До скорых встреч. Пока, ребят.